Соскочила трамвай с линии. Ну, хорошо, что двери открылись просто. И мы просто выбежали. Испугались, что трамвай соскочил с линии. Читала в интернете, бывает, что трамвай сходит, но люди там не добираются. Это ж метро, что ли, автобус, там, ну, ближайшие кто кому. Но я не была так ситуация, ни разу не попадала. Ну, пассажиры обычно реагируют спокойно, терпят. Все, у нас люди терпеливые в Харькове. Терпят и ждут. Подвижной состав вообще не ремонтируется. И людей, которые должны обслуживать весь городской транспорт, их почему-то увольняют, сокращают. Поэтому я считаю, что нужно увеличивать, наоборот, количество. Ну и вообще устаревший у нас городской транспорт. Его надо делать более современным. А под современный городской транспорт надо и инфраструктуру, рельсы и все остальное. Менять надо, понятное дело. Они уже такие разбитые, что едешь, и иногда в трамвае просто дырка, что и думаешь, не выпадешь ты туда, в эту дырку. Наверное, надо чинить трамваи, что как бы, ну, в Европе трамваи более современные, дороги, оборудование более, ну вот, трамвайные пути. Наверное, нужно этим заниматься. Я думаю, что наверняка и парк устарел уже, потому что советские трамваи, и дорожное полотно надо ремонтировать и постоянно следить за состоянием. Я думаю, что, возможно, это и правильно. Харківському голові треба зайнятися цим. Бо ці трамваї – це капець.